Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами 1 роты 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 пикапа. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах. В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град». Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинская и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 2 украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голикова, Площанка, Миловатка, Попасная Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецк. Также перехвачены 2 украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе населенного пункта Юбилейной Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.